Всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь. Сегодня у нас вот такие котлеты. Очень интересные. Немножко необычные, но очень вкусные. Вот они в разрезе. Смотрите, какие они красивые, румяные. Кому интересно, как готовить, смотрим вместе со мной. Куриное мясо нарезали такими квадратиками маленькими и приправили, чтобы оно немножко постояло. Добавляем сюда одно яйцо. Все размешиваем. Добавляем сюда сыр 100 грамм. Перемешиваем все. Добавляем приправы еще по вкусу. Немножко куркумы. Чуть-чуть. И 30 грамм манной крупы. Все перемешиваем, чтобы она постояла и набухла манка. Вот так порезали, не сильно мелко. И отправляем к фаршу. Вот что у нас получилось. Красота. Пробуйте на вкус, может что-то надо будет добавить. И мокрыми руками формируем котлетки. Теперь обмакиваем их в панировочные сухарики и будем жарить на медленном огне. Все просто. Переворачиваем их. Посмотрите, какие они красивые получаются. Очень ароматные. Накрываем крышкой и на медленном огне. И вот наши котлеточки уже остыли. И смотрите, какие они красивые, румяные, вкусные. Не бойтесь, готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.